привет, дорогие друзья! С вами Трофим про Америку. В этом выпуске я хочу показать, как люди соблюдают карантин в штате Орегон. И вот в этом выпуске мы походим по разным местам, по магазинам, так вот покатаюсь по улицам и посмотрим, что происходит в штате Орегон, Соединенные Штаты. Походу люди устали сидеть дома, и дороги уже нельзя сказать, что они полупустые, движение уже идет почти во всю катушку, много машин. Сейчас я еду на окраине города, и здесь вот наблюдаем такую картину. Ездят все. Здесь вот видите, вот там вот впереди там уже почти трафик собрался. Смотрю, люди как-то уже немножко осмелели, обнаглели и повылазили. Здесь вот смотрите, какая красивая. Что это у нас? Какой-то бул. Вау, красавчик какой. Какой красавчик. Смотрите, друзья. Что это? Бык или что? Бул какой-то. Вау. Ну вот так вот потихоньку жизнь идет. Вот. Люди потихоньку начинают вылазить на улицу. Хотя еще карантин никто не отменял. Но видно, люди устали уже сидеть по домам. Я, друзья, всю неделю работал. Вот сегодня у нас пятница, вечер. Еду домой. Этот выпуск выйдет в понедельник. Значит, я еще попробую поездить по городу, по разным местам. В магазин, может, какой заеду. И посмотрим, насколько люди соблюдают карантин. Сейчас я проезжаю такой райончик. Такой средний райончик. Тут такие живут средние американцы. Тут у нас, смотрите, вот мужик на велосипеде поехал. Этот куда-то пешком топает. Такие вот тихие улочки, такие вот домики тут. Обыкновенные простые домики. Тут сейчас мы будем проезжать. Вот школа слева. Школа закрытая. На карантине. Никто не учится. Вроде бы как до августа поговаривают. Хотя оно меняются, эти прогнозы каждый день. Непонятно, сколько это будет продолжаться. Вот. Весна, ну так видите, серо, ага, тучки, немножко так прохладненько, но весна, вот видите, вот справа дерево, уже почки распустились, уже зеленые такие маленькие листочки, вот так вот, все цветет и пахнет, но как-то прохладно и серо, и часто идут дожди, и град, и в горах даже снег шел. Двигаются немножко люди, должны все дома сидеть, но люди двигаются. Тут у нас вот справа комплекс такой, разные ресторанчики, магазинчики. Вот ресторанчики я вижу, ну темно внутри, все закрыто. Вот это вот вьетнамский ресторанчик, мы туда любим ходить. Я вижу, что там никого нету, на парковках пусто. Сейчас, друзья, заедем тут вот еще один такой комплекс разных магазинчиков, посмотрим, какое движение, сколько машин на парковках магазин. Значит, вот, ну, вот тут спокойненько так все вот тут двигаются, и тут вот спокойненько с тачечкой, что там купили, сейчас так посмотрим сдалека. Ну, даже какие-то... Даже не продукты потащила вон женщина в коляске. Значит, уже людям веселее становится, начинают покупать разные такие вещи, кроме продуктов. Ну, смотрите, друзья, парковка вся забита машинами. Это значит, все эти люди сейчас в магазинах просто обалдели все, уже устали. Вот, вон женщина идет с маской, смотрите, друзья, вот сбоку на нее, да? В масочке женщина пошла. Тут вот с магазина выходят люди спокойно, без паники. Туалетную бумагу никто не тащит. Вот видите, вот еще, видите, человек идет в маске. Немножко предохраняется, и жена его тоже в масочке. Сейчас повернем тут направо. Забитые парковки, друзья, вот буквально неделю назад было почти пусто. Повылазили, вот мужик идет, видите, в маске. Сейчас мы его снимем. О, машину залез, не успел снять. Масочки мужичок идет, боится. Так, далее у нас тут идут разные ресторанчики. Посмотрим, что происходит.
в ресторанчиках. Но я, насколько знаю, в ресторанчиках нельзя сидеть. Можно так просто зайти, заказать по телефону, зайти, взять и выйти. Вот тут, видите, вот Five Guys, такой тут чизбургеры. Все скамейки стоят ножками кверху, поставили на столы. Нельзя сидеть внутри, кушать. Вот тут у нас стоматология, клиника, закрыто все. И вот тут, друзья, такой классный ресторанчик, Hubs and Drops. У меня на канале есть выпуск, как мы ходили с друзьями там кушать чизбургеры. Видите, все глухо, глухо, парковки пустые. Внутри я вижу все стулья задратые кверху. Все глухо, мертво. Люди бедные, кто держит этот бизнес, страдают сейчас. Здесь у нас вот Taste of Bangkok, Бангкок. Тоже пару машин стоит, но внутри сидеть ни в коем случае нельзя. Походу только приходят, берут с собой. Значит, с ресторанчиком, видите, похуже, все закрыто. А вот магазины, продовольствие, люди покупают, хотят кушать. Тут вот, видите, ближе к ресторанчикам парковки даже полупустые, вот тут вообще пусто. А тут сейчас поедем направо, посмотрим, что у нас происходит на заправочке. Так, вот эта вот заправочка, она вот находится при магазине Fred Meyer. Она тоже принадлежит Fred Meyer. Вот, видите, Fred Meyer. Ну, смотрите, все колонки, да, все ряды. Вот, забитые, люди покупают бензин. Значит, смотрим. У нас тут идет вот Unleaded. 2,55 за галлон. Потом какой-то Mid-Grade. 2,75 за галлон. Премиум 2,85 за галлон. И дизель 2,79 за галлон. Это значит штат Орегон. А вот рассказывают, что на East Coast, это вот другое побережье, вот там, где там у нас там Северная Каролина, Южная Каролина, там вот, говорят, бензин сейчас уже упал до доллара. За галлон доллар. Но в Орегоне такого мы не видим. Нам только мечтать о таком. Значит, что? Люди заправляются, ездят куда-то. Очередь, видите, друзья? Ну, пока на этом все. Пойдем куда-нибудь в другое место. Так, друзья, сейчас я проверю. Вот тут магазинчик такой есть, Walmart. Он популярный в Соединенных Штатах. Это такой бюджетный магазин продовольственный и разные товары. Здесь скупляется в основном средний класс. Сейчас зайдем, посмотрим, какой ажиотаж в магазине, на что дефицит. Ну, посмотрим, есть ли туалетная бумага. Ну и все, друзья, пойдем посмотрим. Сейчас вышел такой закон надевать вот маски. Вот беру с собой масочку и будем одевать маску, чтобы не нарушать закон. Ну что, друзья, парковочка так наполовину заполнена. А люди ходят в масках. Значит, наверное, мы будем маску одевать. А может, и не будем. Смотрю, кто одевает, кто не одевает. Вот мужик в маске. Идем, друзья, вот такой вот магазин Walmart. Зашел я, друзья, в Walmart, иду вот здесь, где разные продаются вещи. Народу немножко есть. Так, вещи меня не интересуют. Пойдем посмотрим на продовольствие. Ну вот, народ есть. Ну, вот, друзья, смотрите, тут решил сразу посмотреть, что здесь. Разные такие полуфабрикаты, видите, наполовину разобрали.
отсутствует много товаров. Далее тут идут разные сосиски, колбаски. Частично отсутствуют. Здесь разные булочки для чизбургеров, разный хлеб для тостеров. Частично отсутствует. Обычно в нормальное время они не допускают до того, чтобы были пустые полки. Здесь вот тоже разные полуфабрикаты. Пицца частично отсутствует. Здесь вот разное мороженое. Так, не видно, отражается. Сейчас откроем. Вот, мороженка отсутствует. Почти все. Здесь, друзья, питьевая вода. Ну, есть немножко, но наполовину отсутствует. Вот тут америкашка взял туалетной бумаги. Сейчас пойдем глянем, если еще туалетная бумага есть. Ну что, друзья, скажу, увы, туалетная бумага отсутствует полностью. Нету туалетной бумаги. Интересно, продукты даже не так разобрали. А вот далее, друзья, это бумажные салфетки. Это не туалетная бумага, это бумажные салфетки. Тоже частично отсутствуют, но в основном есть. А вот что забавно, на туалетную бумагу так и остался огромный спрос. Пусто, нету туалетной бумаги в магазине Walmart. Ну что, друзья, взял я себе пару паков этих салфеток бумажных. На крайний случай можно ими пользоваться. Ну и вообще в кухне мы ими пользуемся. Удобная вещь. Вот, хотя бы пускай будут салфетки. Пока еще совсем кризис не накрыл нас. Ну что, друзья, людей так и немало ходит, скупляется. Салфетки взял, посмотрим. Люди не все маски одевают. Много людей ходят без масок, нарушают закон. Ладно, друзья, возьму еще ящик водички и буду отсюда дергать, чтобы не подцепить никакую заразу. Так что, друзья, поехали дальше, посмотрим, что дальше происходит. Взял я ящичек водички, салфеточки, стою теперь в очереди. Друзья, хотел взять два пака салфеток. Мужик вот тут подошел, вот этот вот желтый, и сказал, что нельзя две, только одну. Вот, пришел, забрал у меня, и только одну салфетку я мог взять. Вот, друзья, выезжаю с парковки Walmart, смотрите, какое плотное движение идет справа от меня. Люди не соблюдают карантин вообще. Говорили по новостям, что нужно сидеть дома только строго по магазинам за продуктами и всем ходить в маске. Но я насчитал единицы в масках, в основном все без масок, все вот катаются, едут куда-то, а сегодня, друзья, воскресенье, походу выходной день, но людям наплевать. Девочка тут дорогу перешла, ну, вот такие вот товарные магазины, закрытые, полупустые парковки. А вот это вот, друзья, вдали магазин Бурлингтон, видите, пустая парковка, это магазин товарный, там продаются разные товары, не продовольствие, и видите, там вот пусто, закрыто, ничего не продается, карантин. Городской автобус вот идет, друзья, сейчас огляну, он вообще пустой, там никого нету, никто не ездит на общественном транспорте. Здесь вот масло меняют, гараж пусто. И так вот, друзья, смотрите, все парковки полупустые. Вот это, друзья, еще один такой бюджетный магазин Винка продукты. Видите, Винка Foods. Смотрите, друзья, полная парковка завалена автомобилями. Мы туда уже не пойдем. Не хочу рисковать подцепить заразу. Вот здесь плавненько перейду справа, друзья. Здесь вот тоже одежда, разные такие товары. Видите, парковки пустые. Вот так вот плавно перехожу вправо. Тут вот, друзья, магазин мебели. Пусто, нету автомобилей на парковке, все пусто. Едем далее. Смотрите, друзья, дорожные ремонты. Как раз самое время делать ремонты дорог. Тут вроде и большая группа людей не собирается, и не заразят друг друга, и как раз можно сейчас вот ремонтировать, рыть. Что они тут делают? Видите, бульдозеры всякие, что-то ремонтируют. Самый раз во время карантина делать ремонт дорог.
Вот так вот, друзья, не соблюдается карантин в штате Орегон. Показал вам, что происходит в штате Орегон. Ну вот, говорят, что в штате Нью-Йорке там очень все плохо. К счастью, я там не живу. Друзья, будьте здоровы, берегите себя, не болейте.